Работаем, не держимся за ряды, не держимся. А если ты держался за ряд, то еще ладно. Просто хвататься за ряды не стоит вообще. Все правильно тогда все. Тогда все правильно. Подошли. Отлично. Сашка, мне не нравится, что у тебя с этими... А ну-ка в прямой старт развернись, я посмотрю, все нормально у тебя. Не все нормально, ну-ка клади крыло. У тебя, короче, это самое. Левая клеванта, смотри. Встань в положение, прямой старт просто. Ага, и посмотри сюда. Смотри, что у тебя происходит. Тебе клеванту надо вывести сюда. Во, во, теперь нормально. Запомни всегда, чтобы правильно взяться, тебе надо сначала встать в прямой старт, потом уже, когда ты ручки клеванты взял в руки, поднять стропы и развернуться, чтобы для подъема обратно встать. Если ты берешь руки, ручки управления, находясь лицом к крылу, ты можешь там что-то перепутать вот сейчас. Для этого, чтобы у тебя все правильно было, особенно когда ты с горы готовишься, чтобы у тебя, не дай бог, куда-то там не потащил.